Привет, Лудуман и Лудуманочки. Играю в аппаратике, в клубничку играю. 55 тысяч депозит, 700 рублей ставка. Начну так. Ну и сейчас что-то по ходу пьесы буду менять, наверное. Ой, в общем, вчера играл, знаете как, наверное, 6 или 7 казиков прошел. Играл в один и тот же автомат. Блин, пипец, это такая шляпа. Не рекомендую никогда вам, если у вас вот есть любимые там 5 проектов или 6, и нравится вам, например, слот 1, клубнички, и вы начинаете в один и тот же день лупить во все эти проекты, только в разных казиношках. Блин, лучше так не делать никогда. Вчера на собственной шкуре убедился. О, кстати, ребята, тихо, это 10 тысяч, это заносик первый. Нормалек, пойдет. Десяточка прилипла уже, да есть же. Такие качели вчера были, ой-ой-ой. Столько негатива словил. Половина роликов... Нет. Да, записывал почти все ролики, но половина из того, что записал, сразу же удалил. Потому что, блин, ну, у меня не хватало просто нервов. Немножко вести себя культурно и что-то там комментировать, общаться. Короче, не здорово получилось вчера. Больше так не буду делать. Упарывался в один автомат. Хотел его дожать. В итоге дожал он меня морально. Знаете, какой автомат? Кекс. Кекса играл. Делал депозиты в разные казичи. И пытался пробить это дно, блин, в автомате кекс. В итоге ничего не получилось. Сегодня зайду какой-нибудь казик, попробую этот кекс один разок, и все, не более того. Да, ну и знаете, что хочу сказать? Вы молодцы, конечно, что и вот пишите им в комментариях и на Ютубе, и в Телеграм-канале с бонусами, ну, по ссылке в комментариях, что вы тоже попробовали, завели крипто-кошелек. И кто играет в аппараты, так же, как и я, любит это дело, но у него не проходили платежи с карточек, и вывод не приходил на карточку. То что, о, кстати, бонуска по 700 рублей, это будет много, ребята, сейчас, наверное. Вы просто скачали это приложение на телефон, крипто-кошелек Trust Wallet, и с этого кошелька все без проблем, как я вам и говорил. Моментально зачисляется и моментально практически выводится. Это я одобряю. Ну а кто это еще не сделал, у него есть тоже такая же... Блин, выход, ё-моё, по 700 рублей не дал. Обидно, ребята, обидно. Ничего не дал. У кого существует проблема, что он с кошелька, ну с этого, не с кошелька, а с карточки, Сбер, ВТБ, Тинькофф, не может сделать депозит? А если может сделать, но не может вывести, заведите себе крипто-кошелек, Trust Wallet, и все, и не заморачивайтесь. Немножко ослабят банки вот эту тему, что перестанут блокировать платежи. Вот эти, особенно мелкие, до 2, до 3 тысяч. Блин, ну будем тогда опять. Мне тоже иногда удобно на карту кинуть, чем на крипту. Ну надо вот именно прямо сейчас. Не знаю, еду я в магазин. Там, ну грубо говоря, спортивный костюм покупать. На соревнования поеду. Мне, чтобы деньги эти обналичить, мне нужно, если с крипто-кошелька, зайти... Кинуть их на биржу, биржа кинет мне. Это обычно занимает, ну, от получаса до часа деньги приходят. Вот. Ну, примерно, то есть я потрачу час, но иногда больше. Смотря какая биржа, смотря какой курс ты выбираешь. Если хочешь подороже, то может быть побольше. Ну, все это очень просто и быстро. Best Change, как он, Best Change называется эта биржа. Вот. Если хочешь подороже... то чуть-чуть подождать. А на этот самый, на карту, ну вот раньше, да, когда не было этих проблем, ты закинул, и буквально там вот я скрины вам скидывал. Ну, вот после стрима я иногда кидал, вот на стриме играю, после стрима кидаю сразу на вывод. Ну, буквально, я не знаю, сходил, воды попил, в уборную зашел, приходишь, бабки уже на карте. Удобно. Там 5-10 минут. И как бы мороки нету. Ну, морока небольшая, там как просто зайти на эту, на открыть вкладку с биржей, найти курс и вбить свою карту, на которую кинуть, и все. Тоже особо проблем нет. Ай-яй-яй.
Блин, клубничка, ну давай не будешь ты баловаться. Давай мы с тобой нормально поиграем. Хоть с тобой сегодня нормально пообщаемся. Гу по 300. 300 хорошая ставка. Как говорил один уважаемый стример, что как меня задолбало, говорит, играть по большим ставкам. Но он играет там по 2000, по 2600, по 3, по 3600, по 5000 за спин играет. Бонус, кстати, по 300 выпало. Решил неделю поиграть. А, не. Значит, как он сказал, все, теперь я больше 200 рублей за удар не играю. Ну и что вы думаете, хватило его на пару дней? Смотрю, сейчас опять играет. По 2500, по 3500, по 5, по 6. Опять то же самое у него. Короче, это такая, знаете, когда ты по 2000, например, 600 заносил 2 или 4 миллиона по ставке, то тебе тяжело от этой ставки уже, ну, чисто морально тяжело отказаться играть по 200. Когда ты по 200... Блин, ну не сработало. Когда ты по 200 выигрываешь, грубо говоря, 100 тысяч, 100 по 200 рублей, а по 2000 это было бы миллион, например. О, кстати, X70, нормалдаки, ребята, да есть же, поймали. Хо-хо-ой. 21, пойдет. Вот это заносик, это я уже люблю. Ладно, и выход. Ну, 21 косарь. Привет и здравствуй. На худой конец. На худой конец нормально пойдет. Ребят, поддержите лайком. И бонусы, промики. Как они еще называются? Все забываю. Ваучеры и купоны. Вот. На бездепозитные бонусы там на 300, на 500, на 1000 рублей у меня находится в телеграм-канале. Так что кому надо, заходите. Оставлю ссылку вам в комментариях на этот телеграм-канал. Кто играет, забирайте. Отмывайте вагер и можете выводить. Я вообще не сторонник, да, чтобы играть вот на эти купоны. Но у многих, ну я не знаю... Но есть желание поиграть, покрутить. Не хочет он ставить. Сначала хочет попробовать. Ну, например, какой-то новый проект увидел, да? Понравился он ему внешне, все хорошо. Хочет попробовать играть, но деньги не хочет туда заводить. Или вот, как я говорю, с карты не может депнуть, а скрипты ему лень. Лень заводить криптокошелек. Он может взять мой промик, и это те же самые деньги, и просто их... Ой, блин, извините, ударил этот микрофон нечаянно. И он может просто этот самый... на эти деньги поиграть. Если выиграет, то может их вывести. И уже как бы дальше думать, а стоит вообще этот проект его внимания, или это что-то ему там не понравилось в нем. Блин, зацепился за микрофон. У меня тут раскапустился, у меня тут новая стойка под микрофон, и я еще не привык. Руками цепляю. Ой, блин, ёпарасоте. Ну давай, 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 давай мы с тобой сыграем. Тысяч хотя бы на, ну не знаю, чтоб 70 было тысяч на балике, чтоб я хотя бы в плюсе был. Хотя бы чуть-чуть денег на ход ноги мне. Половинку снять, на половинку еще поиграть. А сейчас хорошо, блин, на крипту. Пипец, даже непривычно. Вот реально. Знаете, вот так вот в шутку ради сказать. Кидаешь, выиграешь, неважно, там 50, 100, 150 тысяч на крипту. Как говорится, попу не успел почесать, а бабки уже у тебя там, на кошельке. Ну, не, на карте такого не было никогда, что моментально. Да, приходило за 5, за 7 минут. Но за минуту, за 2 у меня что-то такого я не припомню, чтобы приходили бабки. А там все моментально. Ну, не знаю, мне нравится. Просто у меня всегда, если есть какие-то трудности, сложности, я стараюсь их решить и забыть о них. Не возвращаться к этому вопросу. И чего я вам советую? Конечно, понятно, что вот эти все аппараты... Это такая тема, знаете, у кого головы нет на плечах, то можно безбашенно
ну, деньги большие проиграть. Но опять же, эти деньги можно проиграть, знаете, каким образом? Купить машину в кредит. Да? Ну, блин, выход. Купить машину в кредит, например, за 3 миллиона. Сесть пьяным за руль. Не успеть ее застраховать, потому что у тебя денег не хватило на страховку. Ты купил машину в кредит. Кстати, сейчас может быть крутая бонуска. Тут две дополнительные жизни у нас по 300 рублей. Поехать и в первый же день ее рассадить. Просто свалиться. Ну, благо самому в живых остаться. И ты будешь и в долгах, у тебя и машины нету. И тачка в кредит. И попал на бабки. Вот так вот. Поэтому, если безбашенный, можно... Блин, да ё-моё, что такое? Можно влупиться и на ровном месте. А кто-то и может с деньгами, например, да? Вот есть у тебя деньги, ну, образно говорю, там 200 тысяч или полмиллиона. Ой, еще одна бонуска. Да что с ним случилось? Поехать, например, в Москву. Значит, ну, типа, я ж богатый, полмиллиона есть. Зайти в ЦУМ, еще там куда-нибудь в ГУМ, там что-нибудь купить себе, там, Армани, Луи Виттон. Еще что-то, да? Потом сходить в какой-то ночной клуб, там, просрать половину денег, половину на шмотке, половину в клубе, половину потерять в неадекватном состоянии. Вот и все. Тоже вроде и в азартные игры не играл, а вроде и без денег остался. Зато Москву... О, кстати, X50 15 тысяч. Нормалдаки. Зато Москву съездил. Отдохнул. Так и здесь. Как бы у кого есть голова на плечах? Вот у меня когда были доходы, да? Ну, были маленькие, были побольше, но ставки были другие. Ну, депозит был 1000, 2, 3. Стали доходы побольше, депозиты стали 5, 7, 10. Стали еще больше, стали 15, 20, 25. Тут как бы... И ты всегда отдаешь себе отчет. Никогда не играю на последние деньги, например, которые не могу себе позволить проиграть. $16,800. Ну слушай, ну это нормально. Но это только я вернул все, что я не перепрыгнул. Ладно. $16,800 пойдет. Так и запишем. Окей, 59, ребят. Ну, вот вроде чуть-чуть, да, а не хватает чего-то. Вот не можем мы пробить это дно сегодня. Упираемся в 60 тысяч и все. Как ступор какой, стопор. Как это пробить, днище, до 70 тысяч хотя бы? Сыгровка нужна на 20 тысяч, как ее поймать? А я не знаю. Как-то надо. Вот тыщенку попробивать бы, вот раз, два, три, раз пять пробить бы. О, еще двойку дай, 4 тысячи есть. Да-да-да, еще двойку дай. Блин, ну у меня такое было, ребята, было, заберу-ка я. 65. Ну, кстати, вот, можно, вот на этом можно остановиться. Нормально, плюс 10 тысяч. Нормалек. Как-то подозрительно он очень играет. Он может сейчас полететь, все смывать. О, тыщенца. Ой, пробили эту троечку. Ну, вторую вряд ли мы пробьем. Что-то вторую, мне кажется, я не пробью. Одна — это максимум. Он издевается надо мной, я вам точно говорю. Раньше я играл, вот ставка была 10 рублей за спин и 20 рублей за спин было, когда совсем было плохо, когда денег не оставалось. И 50 рублей за спин было. И очень долго, много лет у меня ставка была 100 рублей за спин. Нормальная ставка, по 100 рублей полтинник подымал. И даже когда я миллион выиграл, первый миллион занес, не помню, с 10 тысяч что ли, или с 5. Не помню. Я там начинал тоже, кажется, с полтинника ставки, со 100 рублей. А потом уже дошел до этого, до миллиона. Но я всю ночь играл, сидел. Было время. Но это жестко было, я не хотел туда, о, кстати, по 100 рублей, я уже не хотел туда никакого, ни миллиона, ничего мне не надо было. Мне было так плохо. Ну, я уже старая, как говорится, клюшка, поэтому. 200 рублей. Ну, давай вот до 70 тысяч намотай нам.
Давай, 1004 дай. Вон, арбуз. Перебьюсь, говорит. В общем, рассказал вам сегодня истории сказки Венского леса. 2000, ну ладно, неплохо. Ну, еще 2 дай. Даже 1700. А, и выход. Ни чуть-чуть не хватило. 68. Ну, поднакинь что-нибудь по первой линии. По третьей, может. 500-ка. Пробивает неплохо, кстати, дает и 2 раза пробить. Ну, не сейчас, конечно, но вообще давал. Не дал бонуску по 100 рублей. Сейчас вот мог 3000 дать и удвоить. Ну что ж ты 3000 не поставил? Не доставляет, друзья. Друзья Джон, смотрите вы такого? Я по его рецепту шашлык готовил как-то. Друзья Джон. На Ютубе там есть такой «Руками Кавказа» канал называется. Эх, не поставил клубничку. Ну и ладно. Все, ребята, стоп игра, нормально поиграли. Подписывайтесь на канал, поддерживайте лайком, пишите свои комментарии. И заходите в телеграм-канал, подписывайтесь по ссылке в комментариях. Бонусы, промики, купоны, все там есть. Также есть чат, в котором можете задать любой вопрос, либо поделиться своей какой-то, ну не знаю, жизненной историей, ситуацией. Чем можем, всегда поможем. Счастья, здоровья, любви, удачи, до новых встреч. Пока.